Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. В связи с тем, что нам скоро 3 года школа программирования Python плюс Django, на данный момент вы можете получить подарки, значит, оплатив по акции. Значит, смотрите, вы оплачиваете 1990, это просто Django Expert. Но в то же время вы получаете достаточно много подарков, так как день рождения – это день рождения. Вы получаете, понятно, что полный доступ к Django Expert, то есть ко всем урокам Django, плюс доступ, который отдельно оплачивается к, значит, плану Python OOP, экономия 1500. Здесь мы рассматриваем отдельно объектно-ориентированное программирование углубленно. Вы получаете пожизненный также доступ к разделу машинное обучение, где это тоже пожизненный доступ, где мы работаем с библиотеками Matplotlib, сейчас добавится Pandas, SkiPy и много-много других библиотек. В первую очередь, все, что бы мы ни делали, мы сразу используем Django. То есть, написали код в Matplotlib и сразу превращаем функцию Django. То есть, кроме этого, в школе развивается у меня профессия продавец первая, поэтому вы получаете доступ к сайту продавашков, доступ к сайту Expert Python for Android, разработка приложений на Python, ну и понятно, что Pro365.net. Подарков много, да, действительно много, я с этим согласен, но тем не менее я очень рад, что могу поделиться такой информацией. В школе более 8 суток видеоуроков. Давайте я пока зайду. Ребят, вот само по себе меню сделано конкретно для того человека, который вошел. Войти можно, кстати, посмотреть, ввести логин демо, пароль демо. Вот здесь на странице входа написано. Когда вы входите, то школа становится очень удобной, потому что, допустим, вы раз и перешли сразу к какому-то конкретному плану. Все в школе по шагам, все уложено по шагам, по версии Django. По версии Django начинается с 1.7, и я настаиваю, что надо изучать с 1.7, потому что десятилетний код, который накоплен, и это версии, начиная после 1.1 до 1.7, там определенный файл настроек, URL, и в данных случаях по одному писали код. С версии 1.8 мы проходим 1.8, 1.9, 2 и будем далее все. Уже изменился файл настроек, изменилось URL, появляется много нового, но надо изучать с 1.7, чтобы легко использовать весь код, который вы можете использовать. Значит, школа, как я рассматриваю школу, я не рассматриваю это как бизнес, потому что, грубо говоря, я с утра до вечера пишу уроки, и написать 8 суток видео, уже более 8 суток, то цена небольшая, поэтому, наверное, как помощь. Мне это интересно, чтобы люди программировали. Допустим, на этом сайте есть сайт конкретно для новичков Python с нуля, понимают даже дети с 9-8 лет. То есть говорит о том, что программировать может каждый. В школе общение в группах, то есть всегда можно попросить помощи, обсудить. Что я еще хотел сказать? Я рассматриваю школу как помощь. То есть человек спокойно, шаг за шагом, он развивается, смотрит свое удобное время, уроки.
И то, чем я могу поделиться, самое главное, кроме знаний, это своим энтузиазмом. Постоянно люди отмечают, конечно, и мне хочется поделиться, потому что знание это прекрасно. Каждый из вас, у каждого из вас, я уверен, есть или найдется, потому что школа поможет вам найти себя, что выразить в программном коде. Я скажу, что скоро появятся еще языки, кроме этого, C и C++. Для чего они нужны? Ну, во-первых, Python написан на C. Я очень люблю Python, чтобы люди могли применять больше инструментов, понимать хорошо те же библиотеки по ИКТ, потому что в школе кто-то пишет, не обязательно, просто называется Python плюс Django, это основной профиль. Но люди занимаются и графическими библиотеками, ну, в общем, все по-разному. Очень много людей сейчас приходит на объектно-ориентированное программирование, чтобы подтянуть. Много людей приходит, я обратил внимание, с компаний, кто-то уже начинает собирать команды. То есть, пожалуйста, все это предусмотрено. Я только рад, если у вас будут ребята со школы, и вы будете друг другу помогать. Что еще хотела сказать? Вот когда вы заходите, можно легко проследить. Но, во-первых, почитать новости, новые читать. И здесь видно, что курсы добавляются в постоянном режиме. То есть вы однажды оплатили, а потом смотрите курсы, их все больше, больше, больше и больше. Следующий момент, который хотелось бы отметить. Обязательно вот начни здесь. Например, тот же раздел «Почему Python?» особенно важен для людей, которые выбирают язык. Здесь много статей из личного опыта, как, допустим, происходит понимание языка с нуля до промышленного программирования, методика моментального понимания, что укорачивает путь. Если человек полный нолик, хочет научиться программировать, ну, в общем, много полезных статей и советов, которые абсолютно может почитать каждый человек. Для того, чтобы получить логин и пароль, вы просто нажимаете «Получить логин и пароль», и далее читаете, что доступ при оплате Django Expert. Проматываете Django Expert и просто переходите по ссылке внизу видео, как оплатить. Оплата через Беларусьбанк – это надежность. По сути дела, после оплаты вам необходимо просто нажать на контакты, написать письмо, прислать чек. И в обратном письме вы получите логин и пароли. И далее я вас прошу отписаться, что вы везде вошли, чтобы я не переживал. В принципе, все банально и просто. Ребята в школе приветливые, стараются друг другу помогать. Атмосфера великолепная, то есть рабочая. Каждый занимается в своем ритме, в своем темпе, ну, что вполне нормально и приемлемо, я считаю. Сайт найти просто spb-tut.ru. По сути дела, материала накоплено много, и я думаю, что школа вам поможет сэкономить нервы, силы, время, найти друзей, найти, возможно, начать проект, собрать команду. В общем, каждый приходит со своими целями. Спасибо вам за доверие, ваш Валерий Бовсуновский. Я очень рад, что могу поделиться своими знаниями, своим энтузиазмом. И мы вместе пойдем, каждый к своим целям, уверенно к будущему. Потому что будущее определяет знания. Важно вкладывать себя в знания.